Привет, YouTube, с вами Ваня, и мы начинаем новую серию. Игра будет у нас проходить на карте Crash Landing. Это хардкорная карта. Так, ну что ж, давайте начнем. Я думаю, многие уже в курсе про эту карту. Ее сейчас проходят все, кому не лень. Ну, я вообще не любитель, конечно, таких карт. Но что-то меня в этот раз воткнуло. Так, тут у них какой-то глюк. Насколько я понимаю, квест должен стартовать сам собой. Так, одну книжку избавимся. Так, для быстрого начала нам нужно два куска пыли, гаечный ключ и демонтировать вот эти два транспозера. Так, ну что ж, давайте сдавать квесты. Значит, первый сдали. Сдали. Так. Теперь есть вот такая штучка, Camel Pack. Без нее нам тут никак. Здесь установлены жесткие моды, которые... Так, это холодная вода. Это тоже. Которые... Так, теперь, ладно, следующий квест. Нам нужно сделать грязную воду. При этом у нас пропадет вода. Тьфу, вот. Но за нее нам дадут... Тьфу, не вода, а земля пропадет. Но за нее нам дадут кусочек земли. И тут же мы можем сдать следующий квест. То есть, по идее, нам эту воду надо... в этой самой печке... прокипятить, и таким образом мы могли получить нормальную воду. Так, теперь нам нужно очень быстро подготовиться к ночи. Так, что мы сделаем? Нам надо сделать так, чтобы мобы не могли забраться на крышу нашего корабля. Для этого достаточно сделать высотой два блока. Ну, естественно, пауки залазить будут. Ну, лучше уж пауки по утрам за дверью, чем криперы, согласитесь. Так. Ну, наверное, уже догадались, что играл я в эту карту уже. Я уже со счета сбился сколько раз. Это очень жестокая карта, которая не прощает ошибок. Так. Сейчас мы выкопаем траншею вокруг. Будем потихоньку отхватывать пространство у этой пустыни. Ну и попутно нам... нужна вот эта вот пыль. Так, что-то я, по-моему, перестарался. Да. А, ну ладно, пусть там так и будет. Так, то сейчас у нас задача минимум. Выкопать траншею. Вырастить дерево, при этом добыв хотя бы 10 саплингов, при том, чтобы 11. Чтобы один у нас остался, и 10 мы могли скормить квесту. Вот, и в принципе, ничто нам не мешает. Если повезет, у нас дерево даже само вырастет первое. Но везения на этой карте я пока еще не видел. Еще интересная демо. Ну, я смотрел, как другие играли.
По утрам очень много лута у них. Костей там, мясо. Я вот сколько играл, прям реально кошмар. Проблема там, ну, 2-3 кости, например, и пару кусочков этой вяленой плоти. Ну, явно что-то не так. Не знаю, ничего я в этой сборке не трогал, не отключал, не перенастраивал. Даже не знаю. Но выжить, в принципе, реально. О, отлично, дерево выросло. Так, ну как раз. Так, что у нас полдня прошло? А, я ничего не поставил, блин. Здесь вот нам... ну ладно, это возьмем. Так, еду тоже возьмем. Так, это пока уберем. Так, сито мы поставим сюда. Сюда поставим. Так, нам нужно сделать крюк. Даже два. Вот ровно два крюка обычно хватает. У нас не так много бонемил и не так много времени. То есть крюк помогает повысить шанс получения саплинга, и плюс с помощью крюка можно выбить червячка. Червячками можно заражать листву и получать нитки. Вот, кстати, видели, какой троллинг. У меня было такое, что я даже с помощью крюка получал всего один саплинг с дерева. Ну, сейчас два получил. Что тоже, в общем-то, очень мало. Так что вполне возможно, что за сегодня мы не сделаем достаточно саплингов, саженцев, на выполнение квеста. В принципе, за этот квест, по-моему, только воду дают. Так что, в принципе, это... То есть он не критичный для продвижения. То есть для продвижения было бы более критично добыть много дерева, чтобы сделать деревянную броню. Так, 7 саплингов. Ну, в принципе, есть шанс. Есть шанс набрать нужное количество саплингов. Сразу посадим. Так, ну солнце еще в зените практически. То есть одно дерево до заката мы точно успеваем вырастить. И если повезет... Ух ты. Да, мы, похоже, даже еще одно сможем вырастить. Просто я бы еще хотел сделать заготовку для кабл-генератора. То есть первый день мы его сделать, конечно, можем, но нам нужен камень для молота или кирка, который мы, в принципе, прямо сейчас сделать не можем. Ну, точнее, можем, но мы потеряем время драгоценное. Так, ох. 10 саплингов, а вы посмотрите. Один мне надо посадить, соответственно. Мне сейчас надо всего один саплинг. Так, траншею мы выкопали, дом обкопали по кругу. Ура! Есть. Отлично. Значит, добываем последнее дерево. Так, и последнее время тратим на заготовку для каблгена. Ой, зря я это сделал. Вот так вот.
Так. Сейчас надо быть очень осторожным. Сейчас тут все начнет дико гореть. Так, смотрим, докуда он дотекает. Ай-яй, темнеет. Ладно. Нам надо еще сделать одну важную вещь. До того, как начнут появляться мобы. Так. Мы будем... Чтобы ночь у нас... Сверху пауки не поджидали. Мы сделаем так, чтобы их видеть. Так, все. Программа минимум выполнена. Так, значит, ставим сюда транспозер. На него ставим вот эту штуку. Доставка квестов. Выбираем задачу. Один саплинг у нас посажен. Так, мне вот это надо сделать. Так, берем батарейку. У нас два червячка, отлично. Так, все, квест должен сдаться автоматом. Так, что у нас? Так, я не могу забрать этот стульчик. Говорят, но если сидеть на этом стульчике, голод, что ли, не тратится или еще что-то. Так, за эту ночь нам нужно сделать... так, у нас, в принципе, все есть. Давайте лучше этим займемся, наверное. Так, это я, наверное, перестарался. Сейчас посмотрим. То есть нам нужно сделать инструменты. Так, 4. Нам надо 6. Значит, нам нужно еще 2. Так, ну-ка, ты нам сколько дашь? Как раз 2. Угу, отлично. Так. Простите. Ой, чёрт, звук убавлю. Так. Да, Toolstation. Нормально. Toolstation сделали. Теперь нам нужен шаблоны. Столик для изготовления шаблонов. И Part Builder. Part Builder делается из бревна. Вот так вот. Значит... Part Builder мы ставим здесь. Это здесь, это здесь. Так, сколько у нас дерева? Дерева у нас полно. Ладно, давайте сделаем. Еще шаблонов. Раз уж нам так повезло с деревом. Сделаем еще и сундучок для паттернов. Ну, потому что реально они везде болтаются, занимают довольно много места. Так, и теперь... Так, ручка. Лопата. Молоток. Из камня. Здесь делать нельзя инструменты. Ну, собственно, камня у нас и нет. Так, ручка. Лопата. Молоток. Так, у нас остался один. Так, делать мы будем вот этот вот. Моток. Универсальный инструмент. В принципе,
Так, вот это нам больше не понадобится. В принципе, это хреновая лопата. Ой, простите. Так. Это хреновая лопата, это хреновый топор. И это хреновое оружие. Но в наших условиях нам очень важно иметь все три этих инструмента. Так, у нас нет саженцев здесь. Ладно. Так, червячок. Так, у нас полно дерева. Так, что у нас по квестам? Нам надо сдать же это. Нам дадут еще воды. Так, воды надо заправить. Тем самым немножко освободить инвентарь. Так, я опять шлю холодную воду. Так, блин. Заправимся. Так, и остаток ночи мы будем просеивать пыль. А нам нужно, так, наша цель к утру сделать еще и молот. Молот не тинкер конструкторский. Так, а из какого-то мода, не знаю, никогда не смотрел. То есть кирку мы сейчас, в принципе, конечно, мы можем сделать и кирку, но молот нам надо сделать по квесту, и, собственно, молот нам нужен, чтобы добыть кобблстоун из нашего кобблстоун генератора. Так, давайте вот сюда вот подальше отойдем, а то там взрывается всякое. Так, надо пожрать. Пока хватит. Вот видите, сколько на экране мобов? Ну, на радаре, на карте. Забей. В принципе, и скелеты есть. Ну, криперов, конечно, больше всего. Но, блин, утром... утром этих тварей... Не знаю, они, то ли дроп здесь какой-то уменьшен. То есть у меня самая последняя версия этой карты. Как-то странно. Обновилась она. То есть была версия 1.2.1.1.2.1. А потом вдруг откатилась на одну версию назад. Ну, в ней зато отключен моб-грифинг. То есть криперы не могут разрушать ландшафт. В принципе, это правильно, потому что я реально пробовал с этим играть. Тут в пыли просто гигантские дыры образуются там вплоть до самого бедрока. Так что рано или поздно вот этот вот корабль окажется висящим в воздухе. В общем, так, что у нас? Ладно, пока просеем. Так, у нас 5 камней. Нам нужно еще 3. Вот эти вот, видите, там маленькие шарики, такие вот 6. То есть из 4 таких шариков можно сделать один кобблстоун. Ну, я надеюсь, что кобблстоун мы не будем таким варварским способом долго добывать. То есть сначала мы сделаем, ну, почти ванильный кобл-генератор. С помощью молота, кстати, нам будут выпадать точно такие же шарики. Но процесс добычи пойдет намного быстрее. И опа, 8. Так, давайте скинем нашу добычу. Так, так. Так, так. Так, железо. Железо есть, но у нас нет печки, чтобы его пережарить. Ладно, давайте его уберем пока. Так, соль нам понадобится. Червячок пока не понадобится. Так, это не понадобится, это не понадобится. Так, крюк. Так, ага, отлично. Так. Тьфу, надо же сначала камень сделать. Вот так вот делается кобблстоун. Вот так делается этот молот. Так, с помощью этого молота из кобблстоуна можно делать гравий.
из гравия песок. Ну, дальше не знаю. Может быть, что-то еще. Так. О, у нас утро. Так, давайте-ка я нажму на паузу. Ну, тут гигиенические процедуры надо выполнить, то я болею. То сейчас как бы чего не вышло.